Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о еще одном интересном инструменте от компании «Источник здоровья». Это большая пирамида Янюшина. Компания рекомендует приобретать этот инструмент для того, чтобы устанавливать в доме, в офисе или в любой рабочей зоне, для того, чтобы она нейтрализовала негативные воздействия внешней среды и стабилизировала окружающее пространство. Компания не рекомендует эту пирамиду носить с собой, так как пирамида большая и очень трудно зафиксировать ее положение, допустим, в сумке. Но какое-то внутреннее чутье мне подсказало, что когда я иду на какие-то важные мероприятия, мне нужно взять эту пирамиду с собой, потому что после приобретения этой пирамиды я почувствовала, что в доме стало более спокойно и более приятная атмосфера. Когда я чувствую себя не в очень хорошем ресурсе или не хватает сил, то я на какие-то важные встречи стараюсь всегда взять с собой пирамиду. Ну, периодически слежу, как она себя там в сумке чувствует, упала, не упала, и стараюсь ее ставить в вертикальном положении. Обратила внимание на то, что при любых важных встречах, где требуется максимальная сосредоточенность и решение не всегда может быть вынесено в мою пользу, события развиваются в очень положительном аспекте. Люди становятся более доброжелательны, и обычно происходит так, как я хочу. Это меня, конечно, очень радует. Я уже не могу абсолютно обходиться без этой пирамиды. И если я ухожу из дома, стараюсь ее всегда взять с собой. Если я думаю о том, что нужно приобрести еще одну пирамиду более меньшего объема, для того, чтобы я могла ее спокойно брать с собой и не думать о том, что в доме у меня пирамиды нет, а я ее забрала с собой. Если, допустим, я куда-то уезжаю, то, конечно же, я беру пирамиду с собой, а в доме пирамиды нет. Поэтому я думаю сейчас приобрести еще одну пирамиду. Благодарю вас, благодарю компанию «Источник здоровья» и Виктора Михайловича Янюшина.